Гимн празднику исполнили супруги цыганок. С разными юбилеями, от ситцевой до золотой свадьбы, семь семейных пар поздравила руководитель отдела ЗАГС Галина Никитенко. Мы рады приветствовать вас в отделе ЗАГС города-курорта Анапа. Ведь именно здесь государственным актом утверждается рождение семьи. Здесь, в этом зале, пишется история любви нашего города. И в этом же зале мы поздравляем и чествуем юбиляров семейной жизни. Тех, кто сумел пронести сквозь многие годы свое чувство любви. Трогательную церемонию вручения подарков провел отец Виктор. Подарил каждой семье Евангелие с пожеланием, чтобы Священное Писание стало настольной книгой, и благословил хранителей семейного очага иконами. Слез не сдержать, от счастья за каждую семью. Как в горе и радости прожить каждый день и при этом оставаться верными друг другу и чувствам, знают супруги Саркисовы. Евгений во время Чеченской войны получил тяжелое ранение и передвигаться вынужден был в инвалидном кресле. Каждый день супруги доказывают, любовь способна преодолеть все преграды. Евгений и Анна в этом году отмечают деревянную свадьбу, 5 лет совместной жизни. Воспитывают дочь Еву и ждут второго ребенка. Как познакомились, помнят в подробностях. Влюбилась, как девчонка. Да, мы рядом работали, познакомились, влюбились, долго встречались, почти 10 лет, ну а потом решились. Что вы цените в мире свою? Доброту, искренность, честность. Одержит нас большая любовь друг к другу. Познакомились случайно. Я работал, и она работала рядом со мной просто. Ну вот так познакомились, общались, говорили. Так и начали общаться. Я сторонился от нее. Здоровая девушка, я все-таки немного. Она была настойчивая, добилась своего. С государственным праздником семь самых ярких пар курорта поздравила заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова. Передала поздравительные адреса юбилярам от губернатора Кубани Александра Ткачева и главы курорта Сергея Сергеева. 15 лет семейной жизни отмечают в этом году супруги Минаевы. Отметку в журнале о фарфоровой свадьбе 20 лет вместе оставили супруги Ивановы. Жемчужную 30 лет отмечают в семье Веры и Николая Фалько. 40 лет неразлучны супруги Лазебник и золотая свадьба высшей пробы в семье Дроботовых. Поддерживая, уважительно и бережно относятся друг к другу вот уже 50 лет муж и жена. От них настоящих хранителей семейных ценностей и семьи, как главной ценности, напутственные слова молодым. Общественные медали за любовь, преданность и верность получили две семьи. И каждое – поздравление, цветы и вновь счастье – быть рядом с любимым и самым дорогим человеком.